7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Ну, мы сегодня домой попадем или нет, интересно? На эту железку. А крыса лучше обойти. Не, он пусть сам решает, Коль. Да. Это мы идем со школы домой. И я у всех не учу. Да, Коля показывает свои тайные ходы. Петя с Сёмой сегодня не пошли у нас в садик, потому что Петя кашляет, Гриша тоже. И мы пришли за Колей вечером. Привет всем! Мы дома. Не ходим в садик уже 2 дня. Да, Сём? Да. На улице вообще очень холодно. Я могла, конечно, их отправить в садик. Ну как, не могла. На самом деле, Пете выдали направление сходить к врачу. Он кашляет в садике почему-то. Дома он не кашляет. Ну, редко. Сейчас вот я за ним замечаю. Но это скорее такой после насморка кашель остался. Смотри. Воспалённое горло. На самом деле, ну показывай. Вот. Кто это у нас тут? Привет, друзья! Я 7-й член семьи. Да? Гринчик. Гринчик, да. Мама, я без вкусной машинки буду. Понятно. Хорошо, Петя. Вот, и не ходим все равно. На улице очень холодно, отопления нет. Сегодня 1 градус тепла. Да, сейчас иду. Вот, поэтому... Чтобы дети в садике не мерзли, я их оставила дома. Петь, поищи, пожалуйста, ножницы на полу. Разве? Ну, то и другие, а те, которые ты брал, где они делись? Так все уже закончились ножницы, ты все забрал. Вот, и, в общем, они со мной. 2-й день в садик. Так. Про холод я сказала, очень холодно на улице, вообще прям какая-то зимняя погода. Под окнами у нас вырыли непонятно что. Ваня говорит, какое-то заземление делают. Но дело выкопали, не знаю, в субботу, наверное, еще. Мы смеемся, что теперь вот это вот сколько там, 5 дней нужно, чтобы все устоялось. Потом они только приехали что-то делать. Вот сегодня 1-й день после субботы или в понедельник. Ну, в общем, давно они это сделали. Вот. А еще у меня есть, мы были в гостях на Пасху. И там приехали наши друзья из Таиланда, Инна и Женя. Они там жили 2 месяца. Вот, и привезли нам подарки. Я их до сих пор не открывала. Представляешь, Инна, до сих пор я не открыла. Кстати, о том, как они побывали в Таиланде, если вы вдруг еще не видели, Инна вела видеоблог 2 месяца, каждый день снимала видео. Можете зайти к ней на канал, я вам оставлю обязательно ссылку. И посмотрите, вообще попутешествуете, поживете с ними 2 месяца в Таиланде, да? Все. А нам они привезли, та-дам, кокосовое масло. Вообще, я думаю, ну, оно такое универсальное средство. Насколько я поняла из Инненных видео, ну, 100% натуральное, из Инненных видео оно подходит как для косметических целей, так и для приготовления, какая-то мушка. Для приготовления еды тоже подойдет. Но надо еще у Инны еще раз все детально расспросить. Вот. Это стоит, а это, не знаю. Вика сказала, что это какие-то конфеты, но я даже не смотрела. Банановые какие-то. Супер, конфеты. Сейчас будем пробовать. Да. Банановые конфеты. Кто любит конфеты на жевательные? Банановые. Я хочу тоже. Держи. Сможешь открыть сам?
Улетела. Быстренько все нашли то, что улетело. Конфеты вообще на пол. Все улетело. Мам, смотри, нашел какие грин. Конфеты. Угу. Кэнди. Ничем жевательные молочные конфеты. Инна и Женя, большое вам спасибо. Мы конфеты очень сильно любим. Полюбим кокосовое масло обязательно. Ой, в Таиланде так тепло, а у нас так холодно. В Харькове, между прочим, в Запорожье, в Днепре снег, выпал снег. Мне сестра из Харькова прислала фотографию в Вайбер. На фоне заснеженной елки, вся в снегу, я ей пишу, вы в Карпатах. Она мне ответила, это Харьков, детка. В общем, и сегодня утром мне взгрустнулось, потому что я подумала, у нас все цветет, уже и груши, и яблони, абрикосы уже даже отцвели, наверное, вишня цветет, и все это под снегом и под таким холодом, под нулевой температурой. Я боюсь, что мы будем без урожая в этом году фруктов и ягод. Не знаю. Грустно, в общем, как-то. Ну, где они там? Сколько можно? Мы опять в этом Ашане. Сколько можно сюда ходить? Да, Гриш? Добро пожаловать на канал нашей семейки. Субтитры сделал DimaTorzok.